Друзья, под прошлым роликом вы собрали очень много лайков. Такое количество лайков заставляет снимать все больше и больше прикольных роликов. Давайте сегодня под этим роликом мы соберем 5000 лайков. И тогда я сразу выпускаю для вас новенькое видео. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Донни, а также Юрчик и Димка. Мы находимся в GTA 5, это шоу «Эксперименты». Здорово! Итак, друзья, сегодня у нас с ребятами очень прикольный видос по шоу «Узко-низко» в GTA 5. Ну и вкратце правила, ребята. У нас сегодня есть очень узкие барьеры, которые с каждым разом становятся все ниже и ниже, ребята. С каждым разом мы зарабатываем больше баллов, если проезжаем, разумеется, все дальше и дальше. И в конце, ребята, у нас очень и очень узкий проезд, через который проезжает буквально единица автомобилей, друзья. Ставьте лайки, собираем 4000 лайков, выходит новенькая серия по шоу «Узко-низко». И, ребята, еще кое-что очень важно. Ставьте лайки, жмите на кнопку подписаться, чтобы она стала серой, это очень важно, и жмите на колокольчик. Ребята, в таком случае будете получать уведомления о роликах самые первые. Итак, друзья, у нас есть одно очень прикольное и простое правило. Мы спавним тачки рандомно и проезжаем на этих тачках как можно дальше. Ребята, еще кое-что. Мы используем только реальные машины из реальной жизни, пацаны. И по самому началу мы делаем по одной реальной тачке, поэтому, пацаны, спавните себе по одной реальной тачке. О, Гентваген, у Юры неплохо. У Димана что? Давай, Диман, делай себе одну тачку. И у Димана выпала Феррари, ребята. Такая вот неплохая. Окей, теперь давайте сделаю себе одну тачку. И меня... О, вот это, ребята, реально неплохо. И стартуем, ребята, мы на счет 3. 1, 2, 3, гоу! Поехали, пацаны, и мы начинаем. Ну что же, рассказывайте, как вы думаете, кто сегодня из нас, друзья, победит. Ваше мнение, потому что я пока иду неплохо. Надеюсь, на что? Мой рандом меня не оставил. Ну, кстати говоря, да, там у Верса вообще было, конечно, интересненько. Слушай, вот, 30 есть уже баллов, ребята, это самое главное, это хорошо, потому что Диман, конечно, догонял, но я вроде как проехал неплохо. А Юрка где? А Юрка где? А Юрка далеко, далеко. Я, ребята, проезжаю, пройду или не проеду? 20, окей. Ребята, проеду я или нет? Пока 30 баллов есть, финиш, ребята, это 40 баллов, и пока я не проезжаю на финиш, потому что просто тачка ломается, но, ребята, не проезжает, к сожалению, видимо, да, видимо, все, да, да-да-да, понимаю. Итак, 30 баллов у меня, у Димки это получается 28, у Юрки сколько там, 20 было, да, если не ошибаюсь, 20. И мы идем дальше. Получается, ребят, теперь я делаю себе две машины, потому что я победил, а пацаны по одной, поэтому, ребят, давайте делать себе по тачке. Воу, Дим, удаляй, удаляй, Димон, это лучше удалить, да-да-да. Так, делаю себе, это пока все не считается. О, и Феррари. Так, о, Феррари у Юрки, у Димки Ламба. А что, ребята, достанется мне? Ну-ка, рандом. О, опять? Опять она же? Только, ну, другая, ну, типа... Серьезно? Такая же Ламба, только чуть-чуть другая, типа, другие колеса какие-то, понимаете? Прикольно. Ламба, Ламба. И Фер, ребята. Ваше мнение, Ламба или Фер, в комментариях пока пишите. А я, ребят, стартую на Центенарио. Очень быстрая, крутая тачка, однако, друзья, поэтому... Феррари едет, пацаны, 250-260. Чего, куда? Притормози, постой. Так, нас пока с Диманом как бы ничья, но... Врезался. В смысле, по мне это не считается, братишка. Нужно под проехать, а не над. Да. Слушай, а чему... А вот и я. Пацаны, я проехал дальше хорошо, потому что я уж думаю, что эта Ламба не проедет дальше, хотя... так, а кто, Диман проехал или не проехал, или это как блок? А, пока еще нет. Нет, да, хорошо. Так, пока 30 баллов, друзья, я взял на этой Ламбе почти... Ну, на самом деле, она такая же, как и прошлая Ламба. Ну, прям вообще очень похожа, поэтому да. И, ну, именно, она, конечно, один в один, но она очень похожа именно по габаритам, да. Она как бы дальше не проезжает, к сожалению, все, да. Странно. Итак, 30... Феррари, но... Да? 30 баллов у меня, у вас по 29. Записываем баллы, и мы идем дальше. Ну и что, друзья, мы продолжаем, и я опять-таки делаю себе две машинки, но пока, пацаны, делаю себе по одной. Потом давай-ка, Димка, делай себе одну тачку, Димана, это, Лексус, а у Юрки что, пока не вижу, не знаю, может быть, а у Юрки это не чит, но это Макларен, друзья. Я делаю себе две тачки, поехали, а ну-ка, хорошо, что у меня, ребят, две тачки, еще одна считается, понимаю, но вторая у меня вот такая вот, друзья, да, высокая, это у меня Citroen Creative Technologies. Поехали, пацаны, стартуем, давай, let's go. Ну ты что же, какой-то странный. У меня, да, сзади такой вот странный Citroen какой-то, да, непонятный. Итак, здесь, конечно, пацанов McLaren и интересненький Lexus, ребята. О, что? Чё? Как это было? Ты перелетел. Не-не, гляньте, не-не-не. Нет, пацаны, я, ну как бы я перелетел несколько, но я проехал, и меня спойлер, короче, вверх выкинул. Типа, понимаете прикол? Чё?
Ну, меня. Я проехал следующую, если что. Я проехал следующую, которая уже после этого, поэтому это не важно, честно говоря, сами понимаете. Но просто чего? Я когда проехал, и спойлер меня вверх выкинул. Что это было вообще непонятно. Так, пацаны, как дела? Все нормально? Что-то вас много. А спойлер. Интересно, я могу убрать спойлер, или же не могу. А ну-ка. Так, а я спойлер. О, спойлер убирается. Так, ну-ка, поехали, попробуем. Ну, это, да конечно, вы мне. Уже дайте хоть раз там залезть под. Много хочешь, братан, много хочешь, честно говоря. Но нет, тачка не приезжает. Да, мы все приехали в одно место на 27 баллов. Ну ладно, ребята, видимо, ничейка у нас у всех, да. Ничейка. Записываем баллы и идем дальше. Теперь получается, что каждый делает себе по две тачки. Что там у вас? Так, первая и вторая есть. У Димки это первая, вторая. Димана, что такое, я даже не видел. А у Димана вторая это... это... Как он называется? Венена вроде бы, да? Я делаю себе две машины, ребята, поехали. Ой, это неплохая Аудина. Второе это... Ламба без лобового стекла. Тачки вообще дикие, пацаны. Ну что же, это Muscle Car. Это такая вот прикольная тачка у Димана. Что за машина, не знаю. И Ламба. Ребята, стартуем, поехали, друзья. В комментариях пишите, какая у вас самая любимая рубрика в GTA. Интересно было бы узнать. И мы, ребята, пока едем, проезжаем. Вау! Ты что здесь делаешь, Димка? Что здесь делаешь? Я не понял. Диман, уйди отсюда. Слушай, ну, в принципе, есть шансы, меня потому забыли. Что... Не, Ирис, мы тебя не забыли, мы там... Диман проехал на 40 баллов. У него проезжает, у него ломается сильно, да. Да, ну ломается прям дико. Диман, выйди. Отлично. Диман, выйди, а то ломаться не будет машина. Выйди, пожалуйста, да-да-да. Ладно. Так, нормально. И, ребята, у меня 30 баллов, дальше я, к сожалению, не проезжаю. Да, видимо, это все. Ну, да, это проехал. Все. 40 баллов у Димки, 30 у меня, а у Юрки сколько? 28 у Юрки. Записываем баллы, и мы идем дальше. Да, ребята, пока любопытно, потому что непонятно, кто тут нас победит, но... Уф. А что там у Юрки? Это не считается, да. У Димона это капец тачки дикие, интересные. Юра, делай себе одну машину. Так, делай себе одну машину, пока ничего не спавнится, это не считается, и не считается, ну давай одну. BMW, дико там тебе, конечно, выпало. Так, делай себе одну, мне выпадает, и давай, что-нибудь хорошенькое. Ну, пока ничего нету, ну. Блин, спойлер огромный. А спойлер убирается у нее или же нет? Давайте просто проверим. Спойлер не убирается. Ё-моё. Итак, это Феррари, это очень низкая тачка у меня. Что за машина, даже не знаю. У Юрки BMW. Стартуем, ребята, начинаем, поехали. Let's go, дорогие мои. Так, ну что, в целом, на самом деле, пока... Не, пока... О, что? Да что ты будешь делать-то? Я, конечно, понимаю, но спойлеры меня, конечно, ребята просто удивляют сегодня в этом видосе, потому что, ну, хотя бы проезжаю, поэтому уже неплохо. Так, давай, проеду ведь, на. Отпусти меня, спойлер. Какие 25? Ты чё, давай, пусти меня. О, нормально, 26, а дальше проеду, нет. Спойлер хотя бы ломается. Это странно, просто убрать бы этот спойлер огромный, и все было бы... Да? Ну, хотя бы тоже 29, это уже хорошо, потому что у меня 26, ребята. Ну, я приехал, у меня просто даже не гнется машина, не царапается. Спойлер бы убрать, все было бы просто идеально, ребята. Ну, реально, ну как это так, как это, блин, возможно? Пока 26 баллов, и я, ребята, не проезжаю. Что такое там у тебя? Меня пролетело. Понял. Ну да, видимо, ребята, все. 27 баллов у Юрки, у меня 26 баллов, у Димки 29. Записываем баллы, идем готовимся к новенькому раунду. Давай, погнали. Ну что, ребята, спавним тачки, поехали. Я делаю себе одну, Юрка одну. Нормально, у Юрки неплохо, у Димки две. Давай, Димон, сделай себе так, первая неплохо, вторая тебе еще одна. Супра. Так, а мне одну, это Супра. О, где-то я это видел, вроде бы у Юры в прошлом раунде, да, если не ошибаюсь? Или максимально похожая? Итак... Максимально похоже. Да? Итак, это вроде бы у тебя девятка, да? Или восьмерка? Вроде восьмерка, да? Попал вообще! Поехали, пацаны, стартуем! Let's go! Как я говорю, я твое колесо сниму, если я заберу стоимость машины. На самом деле, я все понимаю, но надеюсь, сейчас я пройду неплохо. Ого, крыша дает проехать. У меня тачка, капец, как тачка поломалась. Что с ней, гляньте, что с машиной. Вообще жесть. Да, ну пока мне. Хотя бы 28 я взял баллов уже. 29 будет стопудово, ребята. Я чую, что будет, так, поехали. Так, давай. Ну, поехали. Так, есть шансы, Я к вам хочу, пацаны.
29 есть. Отлично, Диман. Hello. Ну, привет. Будет ли дальше или не будет, ребята? Вот еще вопрос. Пока что-то непонятно. У меня такое ощущение, что вся моя удача осталась в моем ролике. Возможно. Но на самом деле, ребята, я думаю, что есть шансы проехать дальше. Я... Давай, руль вообще. Что с рулем не происходит у меня? Капец. Димка, осторожно. Ну, не, ребята, все. Мы с Диманом, видимо, приехали на 29 баллов. Это наша основочка. А у Юрки сколько? 20. Сколько, скажи, пожалуйста? 25, да. Записываем баллы. Отлично. И мы идем дальше. У Димки пока есть экстра баллы в виде 40 баллов, ребята. У нас пока такого нету. Так, о, Юрка делает одну. Окей, да. Мы с Димкой по две. Димка делает себе первое неплохо. О-о-о. Волгарь, а второе тебя... Что там у тебя было? Даже не видел. Так быстро Камри удалил. Какая-то. Что жесть, да. Делает себе две машины. Первая меня давай. О, Фера. Вроде бы неплохо. В целом, и еще одна машина. Это Супра. А я, ребят, честно говоря, хочу взять именно... Ну-ка, хотя кое-что хочу проверить еще. Ладно. Давайте я возьму себе, думаю, что Фера, ребят, разумеется. Фера, я думаю, что будет неплохо. Плохая тачка для этого испытания. Вопрос лишь в том, как-то крыша убирается у нее, да ведь? Да, крыша убирается, ну, ребята. Это хорошо, крыша убирается. И, ребята, поехали, мы поехали. Стартуем. Let's go. Так, у меня она быстрая, вообще нормальная. Она как-то даже так странно триггерит. Ой, это невидимо издалека. Да, неплохо. Так, поломалась тачка, ребята, но вопрос, проеду ли я... Что-то как-то... Проеду я или же не проеду, ребята, вообще вопрос. Пока 29 у меня есть, и я... Давай, ты же можешь, я в тебя верю. Давай, Эфира, и... Ты так хорошо проехал и быстро остановился. Так, ребята, я должен проехать, отлично. Я должен проехать. Проехал 30 баллов, это хорошо. И будет ли 40 или же нет? Кажется, нет. Кажется, не будет, потому что машина... Ну, у тебя машина вообще, конечно, сломана. Она вас жесть как ломается, но, ребята, не проезжает. Блин, я ну да, приехал, лабаш 28. Не пропускает. Но, в принципе, как бы неплохо, тем не менее. 30 баллов у меня, у Юрки 28, а у Димки сколько было, скажи, пожалуйста, 27. Да, записываем баллы, и мы идем дальше. Получается, что я делаю две, вы по одной. Давайте постны делать себе по одной тачке. Так, у Димки это Камаро, у Юрки это не считается, но было бы очень неплохо, да. Не считается. И это, ну да, неплохо. Я делаю себе две машины. Давайте поехали. Первая у меня. Ага, это Валькирия, где-то я это видел уже. И еще одна. И еще одна. Ну, давай еще одну машину. Мне, ребята, вот такую. Ну, давайте я, разумеется, ребят, себе возьму Валькирию. Она все-таки очень низкая, прикольная. И она какая-то прозрачная, что ли, даже. У меня она на полтишок проезжала. Да. Итак, мы стартуем на счет 3. Один, два, три. Гоу! Поехали. Пацаны, стартуем. Итак, тачки у нас заряжены. Конечно, у вас даже быстрее, чем у меня, но пока еду неплохо. Мне спойлер не нравится вообще. Давай. Так, ну, поехали. В смысле? Ха! Ну! Чё это я не могу проехать? Вы чё-то прикалываетесь, что ли? Давай. О, ну ладно, хотя бы так. 29 баллов есть, ребята. Я там Димон пропердолил. Ну, немножко, да, было. Но, слушай, 28. На самом деле, 29 и что-то... А дальше она не едет. Как это странно? Она как бы цепляется. У нее вообще-то коллизия внешняя больше, чем она есть на самом деле. Да, ну все, ребята, это моя основочка получается, да? Как и у вас. 29 баллов у меня, у Юрки 29, у Димки 28. Да, все, это наша основочка. Ну, да, паркуем все. Тачки, ребята, идем дальше. Давай, погнали. Ну что, ребят, давайте мы идем дальше. Вы делаете, Димка одну, мы с Юрой по две. Такой, Юры пока первая есть, а вторая... Что такое? Нет, это GTA-шная, она не считается. И вторая это BMW, да. Я делаю себе две машины, пока Юра выбирает себе тачку. У меня это первая, ну-ка, рандом. S-ка какая-то прямо такая интересненькая. И вторая, это какой-то корвет. Ну, вроде как неплохой, хотя бы без крыши. Вопрос лишь в том, можно ли как-то убрать ей спойлер. Давайте просто проверим, ребята. В тюнинге да, он... Только можешь добавить, а не убрать, я понимаю, окей. Ну, итак, у Юрки прям вообще тачка прикольная, эска неплохая. Веста, эска и, друзья, получается, ZR1 корвет. Поехали, стартуем. Поехали. И давай. У Димана, конечно, тачка прям вообще, ну, не для этого испытания, так понимаю, потому что мигалки, конечно, вроде как у него, мешают. А я, в принципе, мешает. Проехал на 27. И дальше проезжаю. Стекло, наверное, не пропустил. Реально? Не пропустил. Ты куда? Ты куда проехал? Она капец, глянь, то есть я должен проехать, а чисто такая тачка GTA-шная, которая проехать не дает. Камон, что за бред? Ну это странно очень. Так, давай, 27, но, да, ребята, видимо не возьму, и кажется, ребята, это, да, все. Ой, какой салон прикольный. Она даже не ломается, камон, ну как так-то? Ой, я проехал 25. Реально, 25, неплохо. Даже не ломается у меня тачка, ребят, что очень странно, но как бы да. 27 баллов меня, у Юры тоже 27, а у Димки 25, если не ошибаюсь, да, вроде как. Окей, записываем баллы, идем дальше.
Димка, одну мы с Юрой по две. Димка, спавни себе тачку, давай. Так, у Юрки там первая Ой, есть, а вторая, ага. Димка одна, давай, ну-ка. Диман, спавни. Ну-ка, ну-ка, пока ничего тебя не вижу. Ну-ка, Диман, ну где машина хотя бы одна есть? О, Lexus. Ну, Lexus, окей. Лёха, я делаю себе две машины, поехали. У меня первая это... Фера, а второе... Ха, кибертрак, это жестко, не, ребят, спасибо. Я себе беру Феррари. Опять-таки, интересненько, убирается ли у нее крыша или же нет. Давайте просто проверим пока. Так, зажимаем H. А, крыша не убирается. Хотя, возможно, она убирается при помощи такого способа. Да, друзья, убирается. Отлично, хорошо. Итак, крышу мы убрали. Давай, мы тебя заждались. Фера, Мустанг и Лексус, ребят, разгоняемся, поехали. Но... Это интересно. Что у меня какие-то... Что такое сзади у меня? Странно очень. В воздухе какие-то две штуки странные отображаются. Но хотя бы 28 я взял, но пока еще я ни разу не был на финише. Алло, как это возможно? Димка был, а больше никто. Так, давайте, давай. Ну, она же ломается, Есть шанс, ребята. Давай, и 28 у меня пока. Ну, давай, Тут печально все. Давай, проедь, пожалуйста. На самом деле, я бы к 27 бы не проехал, если бы Димон меня не... Да, я понял тебя. Так, ребята, есть шансы, есть шансы. Я проехал 29. Супер, друзья, отлично. Повезло. От вас подаешься, пацаны. Ну, на самом деле, так понимаю, что, видимо, наша основочка, потому что, ну, в смысле. Потому что, да, ну, тачка ты, дальше не проезжает. 29 баллов у меня, у вас там чем? 26 у меня. 26 Димки, 27 Юрки. Идем, ребята, готовимся к последнему раунду. Последний раунд. Я делаю себе две тачки по одной. Опять Дима полицейского. Юрки, Юрки, тачка, что надо. Так, я делаю себе две машины. Первый там Мерседес, а второе это что-то, какую-то тачка максимально странная. Давайте я не буду считать. Эту машину еще не разблокировали. Да, кстати говоря, я беру себе Пагани. Вопрос лишь в том, убирается ли крыша или же нет. Давайте просто пока проверим. Крыша у него не убирается. Мне интересно, убирается ли каркас машины. Пулемет убрал, уже неплохо. Неплохо, да, убрал пулемет. Неплохо, да, что убирается, реально, да-да-да. Поехали. Так, поехали. Да, что-то как-то странно максимально, что такое, блин. Ну, она прыгающая какая-то под подвеску верса. Да. Так, разгоняемся и давай. Че, Димон у меня как-то сверху оказался? Так, 29 сходу есть, уже неплохо, друзья. Скажи, там мне, блин. Ты где там вообще? Юра далеко, да. И я на 29 вот пока, видимо, встал, да, потому что... А, 30 баллов, вот хорошо. Хотя бы проехал уже неплохо, и 30... Ну, проедь, пожалуйста, хотя бы 30-ку, но это уже финишная точка, давай проедь. Но, ребята, нет. Сегодня я был много раз на 30 баллах, но дальше я не проезжаю, к сожалению, да. Попробуй скинуть все, что можно. А давайте, для прикола, да, мы берем все максимально запчасти у этой тачки, да, то есть мы заходим сюда и полностью убираем все, что у него... Вообще ничего не убирается, просто ничего, даже дверь. Что? Серьезно, вообще? Да, максимально странно, странно, да. Окей, ребята, это как бы наша основочка. 30 баллов мне, у Димки 28, у Юры 19. Окей. Неплохо. Записываем баллы, ребята. Это получается вот такие, да, получаются баллы. Вы видите их на экране. Ставьте лайки, собираем 4000 лайков. Новенькая серия по шоу Узко-низко. Всем удачки и всем пока. Всем пока, ребятушки.